Карамельку, давай поиграем в шахматы. Я не хочу играть в шахматы. Это ты у нас умный, ты любишь шахматы. А я люблю играть в куклы. Ну что, будем играть в футбол? Футбол? Нет, футбол я тоже не хочу играть. Футбол, ты у нас быстрый, а я медленный. И ты всех выигрываешь всегда. Я придумала, давайте поиграем в игру, которая заинтересует нас всех. Давайте? Давайте. А знаете, что это за игра? Нет. Это прятки. Давайте сыграем прятки. Давай. Да, давайте сыграем прятки. Ну что, давайте смахиваться, кто из нас будет искать, а кто будет прятаться. Кто хочет прятаться, кто хочет искать? Я. Что ты? Искать. Ты хочешь искать? Mm-hmm. Здорово, и смахиваться не пришлось. Хорошо, мы с компотом прячемся. Хи-хи-хи. Считай до 10. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кто валёвка, я себя надул. Вот это шахта! Здесь он меня точно никогда не найдет! Ой, как страшно-то! Ой. У-ху-ху! Я кто-нибудь! Вот это эхо! Вот я туда спущусь, меня никогда коржик не найдет! Как здесь здорово! Раз, два, три, четыре, пять! Не найдет меня никогда! Ха-ха-ха! Зная компота, он догадается залезть в шахту. Угу. Наверняка он там. Угу. Компот! Ты там? Ты меня не найдешь здесь, меня здесь нету. А кто это говорит? Не знаю, это яма говорит. Выходи, я тебя нашел. Я не могу отсюда вылететь, я не верю. Зачем ты туда вообще залез? Ой, конечно, не найду. Ну, в такую дыру залезть, конечно. Ладно, пойду с веревкой. Не, ну спасибо, конечно, что ты меня вытащил. Но ты меня слишком быстро нашел. А я потому что знаю, где ты обычно прячешься. Там, где раньше хранились продукты. Ты пошел на запах. Ну и что? Я просто голодный был. Ладно, пойдем карамельку искать. Пошли, найдем ее. Да где же она может быть, да? Ее нигде нет. За скобой, не за горой. Где же она может быть-то, а? На-на-на-на-на-на-на. На, на! Что такое, дорогой? Ты не видела карамельку? Не-а, не видела. Ну вот, я везде ее обыскала, ее нигде нет, мам. Ну посмотри, знаешь, где она обычно прячется? Где? Под одеялом. О, точно, пойду посмотрю под одеялом. Дети. Куда-то меня спрятаться, куда-то меня спрятаться. А, под одеялом. О, где же карамелька? Карамелька, ты под одеялом? Я не под одеялом. А где ты? Я в другом месте. А кто тогда говорит? Одеяло. Одеяло? Да. Ну-ка. Вот она ты. Эх ты, я тебя нашел. Я думала, что ты меня не найдешь. А я вот нашел. А знаешь, кто мне подсказал? Нет. Мама. Да. Ну все, пойдем к компоту. Да. А здорово мы поиграли, да? Да, я вас вообще быстро всех нашел. Меня ты дольше всего искал. Нет, тебя я быстрее всех нашел. Карамелька. А что я? Меня-то он дольше искал. Ну это да, если бы мама не подсказала, я бы тебя очень долго бы искал. Ну давайте начали.